Предпраздничный ажиотаж на украинско-польской границе. Из-за большого скопления автомобилей на пунктах пропуска пограничники выделили дополнительные полосы для машин. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Очереди собрались на КПП «Краковец», «Рава-Руська» и «Устилук». Чтобы ускорить прохождение автомобилей, увеличили и количество пограничных нарядов. Для них оборудовали новые рабочие места. Пограничники советуют туристам, выезжающим из Украины на праздники, отслеживать загруженность пунктов пропуска на официальном сайте Госпогранслужбы.